Всем привет! Я Schoolboy в Роблоксе. И в это воскресное утро, отдыхая от учебы, я гамал на компе в свою любимую игру «Симулятор крутых хулиганов в Роблоксе». Только в ней я ощущал себя по-настоящему крутым. Внезапно в мою комнату вломился злой батя. Ему очень не нравилось, что я геймер. Он хотел, чтобы я стал бойцом ММА. Поэтому он выключил мой комп и заставил меня отжиматься от пола. Отжимания давались мне с большим трудом. Злой батя кричал на меня, что я жалкий слабак. В наказании за мою слабость мне пришлось выгуливать его любимого пса Мухтара. После обеда я хотел вернуться к моему компу, но теперь уже мамка заставила меня мыть грязную посуду. Бесит, когда даже в выходной день родаки постоянно указывают, что я должен делать. Мне это надоело, поэтому я принял решение сбежать из дома. Первым делом я набрал из холодильника запасы еды. Затем поставил в моей комнате свой муляж и, накинув кастрюлю на голову Мухтара, чтобы пес не спалил меня, я побежал прочь из этой ненавистной домашней тюрьмы. Запрыгнув в маршрутный автобус, я впервые в своей жизни ощутил, как сладок запах свободы. Отжимаешься? Так держать, сынок! День был очень насыщенным. Я сходил в зоопарк Брукхевена и в зал игровых автоматов. Затусил на сходке анимешников и полазил по заброшенной стройке. Ближе к вечеру, оказавшись у речки, я решил искупаться в ней. Водичка, кайф! Самое время покушать! Где мой рюкзак? В этот момент, как назло, резко испортилась погода. Я побежал искать укрытие, чтобы переждать проливной дождь с грозой. Весь промокнув, я набрел на какой-то склад деревянных ящиков и залез внутрь одного из них. Гробы Брукхевена, похоронное агентство. В лихорадочной тряске от голода и холода я и сам не заметил, как потерял сознание. Очнулся я уже от звуков какой-то странной музыки. Мертвец ожил! Зомбак, сдохни! Эй, мужик, ты чё? Там зомби! Иди отдохни, ты перебрал. Как я
я оказался на кладбище. Блин, жрать охота. Невыносимый голод заставил меня есть угощение с могилы. Эй, малявка, это моя еда! Отдай яблоко! Каспер, дружелюбное привидение. А я Скелетоша. Будем дружить. Только никому про нас не говори. Каспер и Скелетоша оказались классными чуваками. По ночам мы выходили из склепа и круто тусовались. Играли в кладбищенский футбол. Кошмарили грязного бомжа. И не давали покоя местному сторожу. А днем я собирал угощения с могил, оставаясь сытым и довольным. В общем, кайфовал на кладбище, как на курорте. У вас тут воришка завелся! Бомжара, хватит воровать еду! Это не я! Это призраки! Там зомби! Это призраки! Алло! Охотники за привидениями! Го тусить наверх! Обнаружена аномальная активность! Приступаем к работе! Бежим! Братишка, держи руку! Я поймал его! Бегом сюда! Он здесь! Нет! В штабе охотников за привидениями была настоящая тюрьма для монстров. Чушпан!
Твое место у параши! Я высосу из тебя всю жизненную энергию! А я разорву тебя в клочья! Чё за кипиш, уродцы? Отпустите меня! Я не монстр! Вы все так говорите! Ну, ПЖ! Я тебя знаю! Ты же тот мамкин стример! Охотники просканировали меня на специальном устройстве, которое подтвердило, что я не призрак. Они любезно довезли меня до дома и отпустили. Отжимаешься? Так держать, сынок!